Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о зимнем удилище от компании Герман. Удочка довольно-таки бюджетная. Поставляется она в таком целлофановом пакете. Выглядит у нас удочка таким вот образом. Общая ее длина в собранном виде составляет 35 сантиметров. Рукоять выполнена по ощущениям из такого плотного поролона, близкого к эве. Катушка у нас непосредственно находится стационарно на корпусе. У нас катушечная основа влита в корпус, соответственно. Диаметр, внешний диаметр шпули составляет порядка 5,5 сантиметров. Катушечка у нас здесь имеет такой вот курок для фиксации шпули. На шпуле присутствует, не знаю, видно, не видно, сейчас постараюсь показать, такие вот округлые выемки, отверстия через определенный период, за счет которых как раз таки с помощью этого курка шпуля жестко фиксируется. То есть здесь никаких фрикционов, ничего нету. Ручка примитивная тоже. Все это для облегчения конструкции. Курочек у нас подпружиненный. Заводное кольцо выполнено таким вот образом. Здесь вставки какие-либо отсутствуют. Здесь это все из пластика. Соответственно, далее идут такие вот съемные ножки пластиковые. Их можно разводить при желании шире и уже. Также их при желании можно снять. И, соответственно, сам хлыстик. Хлыстик средний по упругости. В комплекте кивочек не поставляется, нужно докупать отдельно. Здесь посадочное отверстие довольно-таки надежно все фиксируется. Ну и при транспортировке данный хлыстик можно, соответственно, снять. Удочка довольно бюджетная. Кстати, пластик у нее морозостойкий, он не хрупкий. Но если, конечно, не наступить на него, то удочка будет служить довольно-таки хорошо. Все, докупаем кивок, оснащаем леску, мормышку, и все, и удочка готова. Бюджетное удилище, по качеству изготовления нареканий нет, особенно если учесть стоимость данного удилища. Приобрести данную удочку можно, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.